Отметить 85-летие округа в туристическом культурном центре собралось немало народу. Пикник на лесной поляне прошел с размахом. В программе были игры, конкурсы, выступления фольклорных коллективов и национальные ненецкие угощения. В атмосферу праздника окунулась и наша съемочная группа. Посетить ненецкий чум, сфотографироваться в национальной одежде, посмотреть выступления самодеятельного театра «Илипс» и народного коми-ансамбля «Югыт-Шонды» мог любой житель или гость города. Даже пасмурная погода не стала помехой для праздника. Только в этом случае все будет хорошо. Я считаю, что очень хороший такой праздник получается. По крайней мере, есть такое настроение, очень жарко. Я думаю, что мы согреем друг друга нашими сердцами, даже если нет солнышка. Также любой желающий смог принять участие в импровизированном кулинарном конкурсе и удивить собравшихся шедеврами, приготовленными на мангале. Это будет куриная корочка, маринованная в меде, горчице, соевом соусе, чесноком. Победителя определили по итогам дегустации. Наибольшее количество голосов получила ненецкая телерадиовещательная компания. Она и получила главный приз конкурса. Повторить праздник в следующем году организаторы хотят с еще большим размахом. Главное, чтобы с погодой повезло. Закир Вафин, Леонид Шишелов, телеканал «Север».